Здравствуйте, меня зовут Жан-Марк Шов. В компании «Рандеву» я отвечаю за обучение моде и стилю. Сегодня я решил вам рассказать про данную модель «Офичины креатива», потому что она интересна тенденцией винтажных кед стиля 70-х годов. А также здесь ярко прослеживается индивидуальность марки «Офичины креатива». А именно, отсутствие деталей, как характерная черта минимализма. При создании модели не используются видимые строчки. Мягкая выделка кожи теленка также является уникальностью данной модели. Следовательно, эти кеды – отличный способ быть в тенденции и иметь уникальную модель, которая не похожа на представленные в других марках.